Управление сегодня поступила цель. Будем проводить опыты над классом с новым препаратом. А каким? Там у кого-то из глав проблемы в личной жизни, препарат должен увеличивать. О, мне нравится. Як? Я готов. Выйдите два человека сюда. Короче, одному, препарат втором, берите в руки. Ща. А куда использовать? В какое место? Летай, пока подожди. Полейте себе в мягкие ткани. Какая красивая. Ну ладно. Ну что, давай на раз, два, три дробь, так сказать. Два. На бурдышам. Раз. Давайте, два, три. Два, три. Ёб твою сука маму! Все ты не срал, мудила. Что-то препарат не работает, слушай. Все запускается. Ща полетим. Ой, в смысле увеличим, так сказать. Меч. Клинок. Ну что-то так не работает, блин, препарат, который бахнули. Что-то я не чувствую шевеления какого-то. Чё, ты живой? Короче, я пожертвовал 5 людьми, чтобы выжить, но как бы я выжил. Привет. Понимаю. Не дотягиваешься до кнопки, да? Да я подпрыгиваю просто для этого. Народ, недавно я узнал, что в ВК появилась группа, в которой бот раздает халявные гаджеты и девайсы, такие как iPhone, PS4, часы Apple Watch и куча других ништяков. Получить приз довольно просто. Заходи в группу в ВК CrazyBox, подписывайся и пиши боту промокод. Тебе будет выдан код, копируя его, активируй у них на сайте по ссылке ниже и получай бесплатный приз. Лично мне выпал браслет Xiaomi за 2500 рублей, уж такую халяву я точно нигде не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо продавай его на сайте и за эти деньги открывай платные коробки. Так что подписывайся, и возможно ты сможешь выиграть даже новенький iPhone. Ссылку на группу я оставлю в описании. Реально, что так я ж мелкий, понимаешь, мало энергии трачу, поэтому там отекаем, сопротивление меньше, понимаешь? Вот я не попасть в число, но у меня... СЦП 052 нарушил свое содержание. СЦП 052 малыш нарушил свое содержание. Прости не малыш, блядь! Дай мне пистолет. На, забирай. Все, мне есть... Как я выгляжу? Тебе мама игрушку купила, да? Сзади, сзади, сзади! Нет, он умер! Господи боже! Отступаем, я мелкий, она мне не сможет тронуть. Я его не вижу. Три хп. Я из пальца, я из пальца. А куда оно ушло? Мини-дэшник вперед. Ой, нет. Сюда, давай кружить. Давай, разведем как на лака. Я его не вижу только. Я не вижу его. А можно на твоих плечах покататься? Нельзя, да я ж вообще-то достанусь. Понимаешь, за твою жопу люди погибают. Да при чем тут моя? Я наоборот тут уничтожал врагов государства. Потому что ты катаешься на ней. Просто едешь туда сюда, как на ледянке. Смотри, даже двери подо мной открываются. Пизда. А у меня патронов нету. Давай, уходи. Стреляй, я тебя сменю потом. Ты кто такой? Ты почему такой маленький? Ты не видишь, я на табуретке, я уже и не маленький вовсе. Просто всех. Чё ты пристал? Ты карлик, да? 1.30 средний рост. Ловите лепрекона, ловите лепрекона. Отстань. Я зато быстрый. Сзади! Серый! Кто там? Ой. Слушай, сдохни! Нужно найти машину, как я понимаю, для проведения следственных экспериментов. Здравствуйте, Холлимен. Пойдемте с нами, будем проводить эксперименты. Когда ученые, я видел SCP-914 разносы. Провести опыты. Экстренная ситуация. Да, не, вам просто повиделось. Мы пойдем проводить эксперименты. Какой 914? У нас все хорошо, блин, на комплексе. Я усмыляю. Она придумывает всякой хуйни. Коллега, я как понимаю, карты вы не знаете местного комплекса, да? Как вам не стыдно? А вы знаете? Я знал. Мой злобный брат-двойник бегает намного быстрее меня, он не такой жирный. Ты ученый, который с таблетками. Сдай нам машину, я тебе скажу, типа, когда включить. Давай, а чё тыкать? Я предполагаю, для увеличения нужно ставить на файн, а если very fine, это уже будет, ну, не будет помещаться. Аппарат начал действовать. Да, ну сейчас посмотрим, что выйдет. Тихо, всем теперь заткнуться, пожалуйста. Сейчас мы посмотрим, как работает операция по увеличению члена по... с помощью СМИ-машины. Блин, на тебя въебало, блядь. Ёбаный, ёбаный. Ну чё, ребят,
чувствую себя кайфом. У нас шлем-то увеличился или нет? Штаны, гляньте. Учитывая то, что ты нас уменьшишь? Да, ты чего не видишь, он упирает, чё? Да, он пап встает. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, Иисус. А, ну да, вообще по размерам, короче, не, это не подходит. Я думал, свет. Смотри, этот препарат, в принципе, сработал. Давай попробуем на обратном. Что, да не, ну раз уменьшили, так вы не лечим, только член обратно маленький, кстати. Я не понял. Ну, не зря он был. Ну, давай постарайся. Ой, блядь! Сука, это все запись мне про... Мудиви, мудейзер, блядь. А ты точно не амсерк? Какой амсерк? А ты точно сергам? Вот именно, поэтому не будем задавать друг другу странные и очень подозрительные вопросы и пойдем. Да чего вы меня тыкаете своими автоматами, сука? Вы убирали их нахуй. Кое-чем другим потыкать. Да, тыкайте на других, если так хочется. Ты повернись к стеночке. Мы да не, потыкаем. Я буду передом только стоять. Давай, пошли, блядь. Я к вам задом не повернусь. Страшный человек. Ты какой? А, да, согласен. Живой человек. Давайте дадим ему бой, алло. Запускаю пылесос, запускаю пылесос. Да, блин, он пылесос запускает. Нет. Я не хочу подыхать, закрывай это говно. Я уверен, я выйду отсюда. Давай. С вами желтый человечек. Вау. Ой, я вас нашел, братаны! О, приветствую! А нет, почему? Мы соединились вместе! Кто это строил? Покажите мне этого дебила! Я только смотрю за этими зонами, а кто строил, я не знаю. Архитектор. А, то есть ты тоже в этом участвовал, да? Я смотрю за этими зонами. Да мы приедем, мы тебя на бутылку, блин, посадим за такую херню, блин, придурок. Мы тут просто умрем со старости. Мы не умрем. Нас все меньше. Меньше. У нас было человек 15, теперь нас 3. Давай сюда. О! Давай. Кто молодец, яма, еще меня обзывают. А ну, все, ладно, не буду. Тогда давайте вас... Вы раньше были ученым, потому что вас по ветру я не чувствую вообще. Да, не, я просто очень умный. Ну как бы у нас его не иммунитет сильный, я так. Вас понял. Я нашел когда-то хорошо книжку, которая лечит как бы, ну, горло, водка, и вот на этом все, никакого вообще поветрия. Блин, горло, водка. А, ну хорошо. Я его задержу, идите. Мысли задержу. Я менеджер, пошли. Ты мне чуть еб***ь не снес, блин. Да ты убил его. Уйди, дай. Стоять. Блядь. Да. Увидите синий вертолет, синий человечек, опарите. Ну да, да я всегда ору в случае чего. Давай, лево, право, лево, вперед, назад. Право. Да, давайте, как бы, ну раз начальства нету, давай, дрогнем. Да. Раз, два, три. Разбираем у меня ящик колы. Все, давайте. На счет три дрогаем. Давайте, вокруг встали. Да я уже там взял. Да ты куда? Давай. Да я пить. Сколько у вас? Что? Сколько у вас денег? Бляха! Где колы? Я думал, вас отправили. Советую не смотреть. Кто мою колу? Берем гирки, берем и давайте руками выбиваем дверь. Дэшки вам капец, здорово! Извини, мы не хотели убивать, правда? Бегим, у меня карта. Бляха! Так это вы ходите. Я хочу обратно в камеру, нахуй. Сейчас выберем. Эй, закрой дверь, манет! Офицер Клэшер, можно информацию, только подальше от других, чтобы никто не видел. Я вам все расскажу. Мне секретная информация. На ушко. Да. Шепчи на ушко. Потише. Урариры. Так, зашел. Ну, короче, пистолет у нее. Рарила ко мне! А ну-ка стоять, лицом синяя! Зашли, два. Не двигаться! Сука, отойди живо! Бир, отойди живо! 3, 2, 1, убью сейчас! Так, все. На расстрелах, они не слушаются. Подожди, проверим сейчас все. Опа. Ты что, бредишь, что ли?
Это дезинформация. Она карается расстрелом. Да, я ж ошибся. Я думал, что она ко мне подходила и говорила: слушай, ты отходи, мне сейчас слева пистолет. А ты знаешь, что на зоне бывает с такими людьми. Так я ж наоборот, да, хотел предупредить вас. Что происходит? Все, иди к ним. Я ни хрена не вижу. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.